beziehungsweise mit Christian. Описывающий трансцендентный эпизод явления деяния Господа и результат процесса, который мы сейчас с вами заняты. Мы сейчас с вами заняты процессом слушания. Слушания о Кришне. И это особый род жертвоприношения, который также описан в ведах, называется свадья-ягья. Жертвоприношение, когда мы посвящаем свой разум, свой ум, свои чувства слушанию науки о Боге. Сегодня мы с вами будем разбирать Вишну-татву, науку о Боге. Кто считает себя экспертом в этой науке? Шрила Прабхупад говорит, что наука о Боге — это такая же самая наука, как и все остальные науки. И поэтому он основал процесс обучения, где мы изучаем Бхакти-шастры, Бхакти-вайбхава, Бхакти-веданта, Бхакти-сарвабхаума, изучаем науку о Боге. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Бхактивинода Тхакура пишет, что на самом деле невозможно постичь лилы Господа умом. Невозможно. Говорит, лилы Господа постигаются сердцем. То есть, когда сердце открывается. И когда наш ум открывается, он говорит, что можно закрепостить в тенеты, или как это, в темницу ума лилы Господа, пытаясь их разобрать и запомнить какие-то вещи. Но в действительности он говорит, что это творческий процесс. И слушать о Боге Господа нужно сердцем. Когда мы повторяем мантры, мы выражаем почтение, мы занимаем определенное настроение по отношению к этим играм. То есть мы обращаемся к Господу, чтобы Господь открыл нам себя. Итак, стих из Бхагавад-гиты. Джанма карма чиме дивьям, ивам ювейти татвата, чактвадеам вуна джанма, натимам эти соджуна. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители Бога Арджуна. Комментарий Чибхактивиданта Самитрупа. В шестом стихе рассказывалось о том, как Господь нисходит в материальный мир и свои духовные обители. Тот, кто постиг истинную природу, его явление уже освободился из материального плена. Поэтому, покинув свое нынешнее материальное тело, он сразу вернется в Царство Бога. Очень интересно, да? Прабхупад говорит. Тот, кто постиг истинную природу и явление Господа, уже освободился из материального мира. И дальше он говорит, покинув свое нынешнее материальное тело, он сразу вернется в Царство Бога. То есть освободился, это не значит, что, знаете, вот так и тело разлетелось. То есть это процесс. И душа может быть освобожденной душой, пребывать в этом теле. И будучи освобожденной душой. Вырваться из материального плена необычайно трудно. Имперсоналисты и йоги получают освобождение ценой великих усилий, и то лишь спустя много жизней. К тому же освобождение, которое они обретают, погружаясь в безличный брахма-джоти Господа, нельзя называть полным, так как оно не исключает возможность их возвращения в материальный мир. Однако преданный, постигший божественную природу тела Господа и его деяний, покинув тело, попадает в Царство Бога.
и больше никогда не возвращается в материальный мир. В Брахмасамхите говорится, что у Господа великое множество различных экспансий и воплощений. Адвайта Мачутам, Анадим Анантарупам. Анант – это значит бесконечное количество. Безграничное количество. Но несмотря на то, что у Господа очень много трансцендентных образов, все они есть одна и та же Верховная Личность Бога. Эта истина недоступна пониманию мирских ученых и философов, но преданные должны твердо усвоить ее. В Ведах Пуруша Падмини Упанишад сказано: «Эко деву нича лила нуракто, бхактя випием бхактахридян таратма». Единый Верховный Господь, принимая множество божественных обликов, общается со своими чистыми преданными, и их взаимоотношения вечны. Господь сам подтверждает это в данном стихе Бхагавад-гиты. Кто-то признает эту истину, полагаясь на авторитет Веды и Верховной Личности Бога, и не тратит время на философские поиски, освобождается из материального плена и достигает высшего совершенства. Достаточно лишь верить в эту истину, чтобы обрести освобождение. Именно она раскрывает подлинный смысл ведического афоризма «Тат твам аси» – «Ты тот». Каждый, кто осознал, что Господь Кришна Всевышний, и обращаясь к Нему, говорит: «Ты и есть тот самый Верховный Брахман, Личность Бога», очень быстро обретает освобождение и в будущем непременно вступит в трансцендентное общение с Господом. Иными словами, преданный Господа, обладающий такой верой, достигает совершенства, что также подтверждается в Ведах. Там ива видит ватим витюм ити, нанях панга видит янная я. Чтобы раз и навсегда освободиться из круговорота рождения и смертей, необходимо постичь Бога, Верховную Личность. Другого пути к совершенству не существует. Все это Шватара Упанишад 3.8. Утверждение о том, что духовного другого пути не существует, следует понимать так. Если человек не сознает, что Кришна – Верховная Личность Бога, он, безусловно, находится под влиянием гуны невежества и потому никогда не сможет обрести освобождение, как бы он ни старался проникнуть в смысл Бхагавад-гиты. Опираясь на свою мирскую эрудицию, его можно сравнить с тем, кто облизывает снаружи банку с медом. Такие философы, гьяни, могут иметь авторитет в материальном мире, но это еще не гарантирует им освобождение. Единственная надежда для этих кичливых мирских ученых – беспричинная милость преданного Господа. Итак, каждый должен стараться развить в себе сознание Кришны. Опираясь на веру и знание, тогда мы сможем достичь совершенства. Конец комментария. Еще раз стих. Танма карма чим и дивьям, и вам ювейти татвата, тяхтва дыхам пура, на джанма найти мамейти соджуна. Тот, кто знает божественную природу моего явления и деяния, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает моей вечной обители. Итак, в этом стихе Кришна говорит об освобождении. Ом агьян тимирангасья агьяна джанашвага. Чакшур нилитам янатасмай шри гурвинма. Шри чайтанья манобиштам. Стапитам винутри, свой дух подарунти свахунти. Пачи калпата рубьяща, крипа сингу певача, патитана паваны пью, вачна вебина драмона. Дальше Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В этом стихе Кришна говорит об освобождении. В одной из лекций Шрила Прабхупад поднял тему перенаселения мира.
Кому знакома тема, вот так муссируется, что Земля перенаселена? Поднимите руки, кто знает об этом? Кто беспокоится об этом, что Земля перенаселена? Прабхупад беспокоится. И в одной из лекций, это было более 30 лет назад, он поднял тему перенаселения мира, и он объяснил причину перенаселения. Он сказал, это действительно проблема, почему мир перенаселен. И как эту проблему решить? Очень интересно. Вы знаете, почему перенаселен мир? Существует процесс эволюции. Это процесс непрерывный. Каждый из нас ходил в школу. Ну, сначала в садик, потом в школу, потом в техникум, институт. И в процессе обучения мы переходили из одного класса в другой. И в процессе перехода мы сдавали какие-то экзамены. То есть мы сдавали тесты на понимание определенных предметов. И в мире тоже есть школы. Мы проходим через определенные классы. Есть начальные классы, есть средние классы, есть высшие классы. И Шрила Прабхупада говорит, что бывает такой момент, когда человек не сдает экзамены. И он остановится на второй год. И вот представьте, когда в этом классе большинство не сдало экзамены, они остались на второй год. И пришли с прошлого года дети, и пришли в этот класс. Этот класс переполняется, очень много получается. И Шрила Прабхупада говорит, что во Вселенной существует процесс эволюции. С низшей формы жизни душа эволюционирует в высшие формы жизни. И человеческая форма – это промежуточная форма жизни. Это не вечный рай на Земле, это промежуточная форма жизни. Еще Землю сравнивают с вокзалом, то есть где можно, множество путей сообщения. И что люди делают на вокзале? Они приезжают с сумками, ждут свой рейс и отправляются. А представьте, когда люди приезжают на вокзал и устраивают там себе жилище, останавливаются там надолго. Вокзал начинает наполняться людьми. Итак, Шрила Прабхупад в своей лекции он призывал идти к совершенству. И здесь в этом стихе Кришна говорит о совершенстве. Что же это за совершенство? Кришна говорит, тот, кто постиг трансцендентную природу, моих деяний, моего рождения больше никогда не рождается в этом мире. Как ужасно. А как бы хотелось все-таки родиться еще где-то здесь, в хорошем месте. Здесь столько прекрасных мест на Земле. Я себе дом чудесный построил. У меня чудесный уголок уже. Я надеюсь, что я в следующей жизни рожусь где-то в лучших условиях. Я же практикую, я благочестивый человек. Но оказывается, человеческая форма жизни – это промежуточно. Она, в ней заложен потенциал развития. То есть природа наградила нас всем для развития, в частности, интеллекта. И Кришна приходит сюда, юги-юги, из века в век, специально. Мы не знаем, как часто он приходит на другие планеты, но сюда он приходит регулярно. Как, с какой целью? Кришна говорит, чтобы дать возможность нам эволюционировать. Чтобы не оставаться второгодниками, третьегодниками, пятигодниками. Вновь. И что же нас держит здесь? В чем особенность лил Кришны? Когда Кришна приходит, когда Господь Рама приходит, Он дает некую альтернативу нам. Рамаяна заканчивается тем, как это конец Рамаяны. Лава и Куша, воспитанники Вальмики, да? Это первые рассказчики Рамаяны. Впервые они рассказали Рамаяну в лесу мудрецам. Как говорится, послушать прилетели даже полубоги с высших планет. И когда они рассказывали Рамаяну, то ветер застывал, переставал тучи. Река переставала течь, листья переставали шевелиться, все застывали. Все застывало в мире.
И второй раз они рассказали Рамаяну уже в царстве Господа Рамы. И они не знали, кто такой Рама. Рама не знала, кто они. Но тем не менее они вызвались рассказывать Рамаяну, и Господь Рама с радостью слушал Рамаяну. В течение долгого срока они слушали, слушали. Все царство собралось, все слушали неотрывно. И когда Господь Рама, когда закончилось это повествование Рамаяны, Господь Рама наполненный, он был переполнен. Очень интересно, Шридхара с вами в комментарии на Шримад-Бхагаватам, он описывает, что такое карма. Вот у нас есть много определений кармы, это причинно-следственная связь, это путы, да, путы кармической деятельности, это то, что нас держит здесь, в этом мире, то, что обуславливает нас в этом мире. Но очень интересное объяснение Шридхара с вами дает, он говорит, карма – это стремление действовать из неполноты. Он говорит, апурна. Пурна – это значит полный. Когда мы чувствуем неполноту сердца, апурность, и мы из этой неполноты стремимся действовать. Для чего? Чтобы как-то наполнить. Чем наполнить? Богатством, роскошью, признанием, славой. То есть всеми этими вещами мы пытаемся наполнить свое сердце. И в конце концов, что происходит? Мы запутываемся в результате этого. Мы запутываемся. И получаем не только человеческие формы, но и другие животные формы также. И Господь приходит, проявляя свои лилы для того, чтобы дать альтернативу, потому что именно слушая игры Господа, мы освобождаемся. Когда Раман, довольный их описанием, он хотел их поблагодарить. Знаете, как он их хотел поблагодарить? Он попросил принести золото, дать им много золота. Кто откажется от золота? Но интересно, как Лава и Куша, посмотрите на этого глупца. Он получил освобождение, слушая Рамаяну. Он получил освобождение, он хочет откупиться каким-то жалким золотом. Как деградировала цивилизация. Итак, слушая повествование о Господе, мы сами, не замечая того, мы движемся к освобождению. Это то, что происходит помимо нас. Но также все деяния Господа, они несут определенный смысл. И деяния Господа показывают нам альтернативу жизни. Проявление Господа Рамы называют как Марьяда Пурушоттама. То есть он приносит настроение праведности, настроение порядка, настроение закона. Когда мы говорим о Господе Раме, мы говорим, что у него была одна жена, одна стрела и одно слово. То есть Господь Рам никогда не нарушал свое слово. Он никогда не бросал взгляд на какую-то из женщин. И если он натягивал тетиву, натягивал стрелу, то он попадал в цель. Говоря о связи Господа Рамы и Сита-деви, когда Хануман прибыл на Ланку в поисках Ситы, когда он все-таки ее нашел, он показал ей перстень, по которому она поняла, что представитель Рамы, что это все подлинно. В свою очередь, чтобы Хануман мог доказать Господу Раме, что он нашел Ситу, Сита рассказала историю, которую знала только она и Господь Рама. Однажды, когда Рама, он заснул на коленях у Ситы. И ее атаковал ворон, обернувшийся вороном, один из полуволн. И говорится, что он ранил ее настолько, что у нее появились капельки крови.
И Господь Рам пришел в себя, почувствовал, как капелька упала на него. Он проснулся. И ворон улетел. И когда он понял причину, он призвал оружие. Какое оружие надо, чтобы уничтожить ворону? Рогатка нужна. Просто. Знаете, какое оружие призвал Господь Рам? Брахмастру. Брахмастру. И эта история показывает, насколько Господь Рама дорожит Ситхой. Он готов все сделать. Мы видим, вся Рамаяна, все похождения Господа Рамы, когда Рама пришел к Сугриве для того, чтобы заключить договор с ним о поиске Ситы, а у Сугривы был на это шанс. Почему? Потому что когда Равана пролетал на своем пушпаке, на своем летательном аппарате, то Сугрива и его военачальника, они видели. И Сита увидела их, и она бросила им свои драгоценности, обернутые в шаль. Они знали, когда Рам пришел. И говорится, в течение долгого времени, сезона дождей, Рама сидел в пещере и просто ждал Сугриву. Мы вернемся к этой истории. И что он делал, когда он находился в пещере? Он каждый день пребывал в медитации. Он совершал аскезу. С одной целью — найти Ситу. И говорится, что он повторял именно Ситу. Когда мы говорим о Господе, Господь — это Пуруша. Это источник, Он наслаждающийся. И в то же время Он дарящий наслаждение. Рама — это тот, кто дарует наслаждение. И что это за наслаждение? Это духовное наслаждение. Это нематериальное наслаждение. На самом деле, есть два вида наслаждений. Одно называется према. А второе как? Кама. Вот на весах две формы наслаждения, и мы не можем их смешать. Существует только выбор. Либо према, либо кама. Другого не дано, третьего нет. Мы не можем смешать прему и каму. Это не смешивается. И Господь Рама, когда мы обращаемся к имени Рама, Рама переводится как дарующий наслаждение. И это духовное наслаждение. В то же время Равана — это кто? Это воплощение кама. Это воплощение вожделения кама. И посмотрите, как действует Равана. Сита Тхакурани говорит, что вожделение проявляется в трех аспектах. Первое — как ложь. Самая легкая форма вожделения кама. Кришна описывает Бхагавад-гите, говорит, Махавайрина, говорит, у души только один враг. У вас есть враги? У преданного нет врагов, а души даже. Ну, по крайней мере, Юдхиштхира так говорили. Преданный не считает, что у него есть враги. Может быть, кто-то враждует. Где-то Бхагавад-гиту запрещают. Но тем не менее, у преданного нет врагов. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите, Маха Вайринам. Вайринам означает враг. Маха значит величайший враг. И что же это за враг? Камаешь и крутаешь. Это величайший враг. И как он действует? Каковы признаки? Первое — это как ложь. Второе — как жадность. Жадность к чужому. Когда мы начинаем желать чужого. И третье — это как гордыня или злоба. Как насилие, как ненависть. В конце концов, это проявляется так. И мы видим, как Равана себя проявил. Он просто захотел завладеть тем, что ему не принадлежит. Когда Шурпанаха, его сестра, она нашептала ему, что
что у Рамы там такая красавица, неписанная. И ты достоин ее, а он не достоин ее. И что он сделал? Он украл, Ситой взял, силой взял. То есть так проявляет себя карма. И сколько бы ни было у Равана богатств и достоинств, ему было мало. Даже близкая ему супруга говорила, оставь Ситу, ты погубишь себя. Разве тебе мало? Но Кришна описывает Бхагавад-гите, оно ненасытно, анадейно, то есть оно ненасытно, вожделение ненасытно. И это не к тому, чтобы, знаете, вот, ну, как, посадить себя на цепь, да, где-то мучить себя. Нет. Господь Рам дает альтернативу. Он дает духовное блаженство Рама. Рама означает духовное блаженство. Господь Рама родился у царя Дашарадхи в результате жертвоприношения. У царя Дашарадхи долгое время не было детей. Первая его супруга Каушалья не давала ему детей. Потом он женился на Кайкеи, не было детей. Сумитра, не было детей. И он обращался к своим министрам. Что же ему делать? Что же я за царь, у которого нет наследника? И тогда Сумантра, очень пожилой советник, мудрец, который был много-много поколений назад, говорит, я помню, когда твой отец общался с этим мудрецом, он сказал, что нужно провести, что у твоего сына не будет долгое время детей. И нужно привести особого рода жертвоприношение, которое называется путракамешти. И жрец на этом жертвоприношении должен быть особенный. Человек, который никогда не видел до своей зрелости, никогда не общался с женщиной. Где же мы такого найдем? Ну, по крайней мере, мать-то видел любой человек. И выяснилось, да, что есть такой мудрец Вибандака, у него есть такой сын Риши Шринги, и вот он как раз тот, кто никогда не встречался с женщинами до своей зрелости. И где же они находятся, где мы их найдем? И оказывается, они уже были тогда в царстве Ромапады, царя Ромапады. А что самое интересное, у царя Ромапады и Дашарадхи была очень хорошие, тесные отношения. И они обратились к царю Ромападе. Это длинная история, как Риши Шринги попал туда. Он родился в антилопы от мудреца. Очень интересная история, как там была целая экспедиция для того, чтобы найти его, как его туда достать, Риши Шринги, потому что Вибандака был очень-очень строгим найштхика. То есть он близко не подпускал к Риши Шринги никого. Даже лесных жителей женской породы он не подпускал. И все части бед, которые они изучали, где хоть немножко говорилось о женщине, он обходил стороной. То есть он никогда их не видел в своей жизни, не слышал, не представлял. Но царь Вибандака, царь Ромапада находился в трудной ситуации. В его государстве не было дождей уже в течение долгого периода. И люди страдали очень сильно. И единственный выход был это в том, чтобы на его землю стал святой человек. Святые люди, они приносят благоденствие. Просто, когда в государстве есть святые люди, государство процветает. Мы думаем, что государство процветает, потому что у нас работает Петровка, или Ленина, или еще какой-то завод. Но оказывается, государство процветает, потому что есть святые люди. Это интересная тема для лидеров общества. И отправлена была экспедиция к Вибандаке для того, чтобы достать Риши Шрингу.
И там они сделали целый остров плавательный и переодели куртизанок в отшельников, прикрепили им бороды, одели их в рубище. И вот они приплыли туда, они долго следили, это была такая специализированная группа, оснащенная по всем словам техники, подслушивательные устройства, приборы ночного видения, все это следилось. Как только Вибандак, они, у них был распорядок жизни Вибандак, и когда Вибандака покидал ашрам, они знали, и вот они знали, у них есть час времени. Вибандака ушел по делам, они знали, все уже было отслежено. У нас есть час времени, чтобы познакомиться с Риши Шрингой. И вот появились на арене наши мудрецы. Мудрецы, и они были умощены маслами, от них исходило благоухание, длинные волосы. Очень красивые, говорится, что у них были такие раскосые, большие лотосные глаза. И когда Риши Шринга увидел этих мудрецов, то есть всю жизнь он жил в вашем отца, и он видел аскетов, реальных подвижников, знаете, когда у них такая кожа сухая, знаете, вот уже обветренная от ветра и обдымленная от огня, потому что делают мудрецы в лесу? Они проводят жертвоприношения. Так они поклоняются Господу, они другим не заняты. И вдруг он увидел таких прекрасных мудрецов. Нежная кожа, блестящая, смуглая, красивые такие, грациозно двигающие. Откуда вы такие? Кто вы такие? Там мы мудрецы. С других краев. А чем вас пригостить? И он стал доставать там харитаки, амалаки, разные плоды. Это очень-очень кислые плоды. Говорится, там содержание витамина С больше, чем 10 килограммов лимонов. И они потом говорят, нет, ты знаешь, у нас другая диета. Да. И они стали доставать своих, там, манго, там, всякие, да. И когда он стал пробовать, он никогда такого в жизни не пробовал. А вот в тех местах, где мы живем, там такие плоды растут. И какие же аскезы вы совершаете, какие тапаси. И они достали мяч, они стали играть в мяч. И какие тапаси мы совершаем. Такие аскезы мы совершаем. И когда они двигались, они настолько грациозно двигались, что просто он почувствовал какие-то приливы, каких-то энергий. И он не мог понять. Но никогда в жизни с этими симптомами не соприкасался. И он подумал, они божественные. Это какие-то признаки экстаза. И им дали знать, что пора уходить, Вибандака уже идет. Поэтому намасте, мы должны уйти. На прощание они обнялись, и это была жирная точка в конце. Все, я хочу быть с этими мудрецами. Мудрецы ушли, Вибандака пришел. Он видит, что это огонь тухнет. И он смотрит, что это Риши Шринга какой-то сам не свой, какой-то рассеянный, где-то в облаках летает. Нет сосредоточенности, говорит, сын мой, что случилось? Почему огонь тухнет? Почему ты путаешь мантры? Что случилось? Ты о чем думаешь вообще? Отец, я думаю о мудрецах. Какие мудрецы? Что за мудрецы, которых я не знаю? Отец, это божественные мудрецы. Это, мы таких не видели, у нас здесь таких не живут, они с других краев. Что за мудрецы? Но они вот такие так выглядят. У них такие ноги стройные, такие бедра, вот бюсты такие, и глаза такие красивые. Сын мой, это были ракшасы. Больше никогда с ними не общайся. Это были ракшасы, сразу гони их от себя. И же сына не состыковка. Как? Ну я же знаю, кто такие ракшасы, это злые. С клыками, они поедают людей. Он отцу ничего не сказал, но внутри у него было много сомнений. Когда родители говорят что-то детям, они не верят.
Я же лучше знаю, я чувствую, особенно в период взросления, это начинает происходить. Дети начинают свой опыт получать жизненный. Я же чувствую это, правда. И он не мог заснуть, понимаете, он всю ночь ворочался, думал, ну как же так, не может быть, что это ракшасы. Я верю отцу, но в то же время не может этого быть. И в конце концов, когда утром проснулся, все равно думал о них. И отец пошел на поиски этих мудрецов, и группа дозора доложила, и он пошел в другую сторону. И наши мудрецы поняли, надо... Забирать. Да, надо доводить дело до финиша. И вот они прибыли опять. И Риша Шинги так был рад их видеть. Говорит, слушайте. Он был настолько искренний, чист. Говорит, слушайте, мой отец говорит, что вы ракшасы. Это правда? Да нет, что? Мы мудрецы. Просто отец не знаком с нами. Это новая форма такая. А как мне быть? Я не знаю. Вот, мне так хочется с вами. Я хочу посмотреть, как вы... практикуете, как вы достигли вот такого совершенства. Сколько тебе лет? Говорит, у меня уже много тысяч лет. Слушайте, как это вам удается? Мы сегодня отправляемся в наши земли и можем взять тебя с собой. Если ты хочешь, мы тебя всему обучим, всему научим. Ты все овладеешь, всем искусством. И Риша Шинги согласился. Его погрузили на остров плавательный, там на первом этаже сидели грибцы, и остров отплыло, поплыло к землям Ромапады. И как только он встал на землю Ромапады, тут же он увидел, как над его государством стали стягиваться тучи, и он понял, что Риша Шинги прибыл, и что он сделал, он тут же через несколько дней сыграл свадьбу. Почему? Потому что он знал, что Вибандака придет. А это очень-очень могущественный мудрец. И он предупредил всех жителей. Когда увидите такого черного, с красными волосами, с гневным взглядом, и он спросит, чьи это земли, скажите, что это земли Вибандаки и Риши Шинги. Что все это ему принадлежит. Риши Шинги владелец. Ну, соответственно, он папа владельца. И вот Вибандака пришел, он шел, он хотел понять, правильно ли он идет, он сказал, чьи это земли. И он не понял, это земля Риши Шинги. Как Риши Шинги? Откуда? А он наш правитель. И Вибандака был в гневе, но ему ничего не оставалось, потому что уже все было сделано. Как благословить сына, наш брак. И когда он пришел, а уже он стал дедушкой, как-то так все быстро произошло. Ему сказали, что он уже в планах дедушка, то есть не завтра, но в планах. Хорошо, через год вы должны вернуться к аскезе. И вот у Риши Шинги был один год. И до этого года оставалось месяц. И как раз в это время Дашарат, да, царь Дашарат, обратился к нему, и они быстренько его принесли, и провели это жертвоприношение путракамешки. И когда Риши Шинги произнес последние мантры, он возил последние ги, вот, и когда появился Яги Пуруша, божество из этого огня, огромное на небе. В руках у него был паяш, да, вот, божественный рис. И когда его разделили между женами Дашарадхи, получается, часть была у Каушали, часть у Кайкеи и у Сумитры. И через некоторое время они все беременные, у них были дети. У Каушали родился Господь Рама, у Кайкеи родился Барата, у Сумитры Лакшмана Шатругна. Там Господь
Авраам явился в этом мире. Его божественное чистое рождение. И в дальнейшем, когда он подрос, Вишвамитр попросил Господа Рамы для того, чтобы его обучить. Он пришел к Дашаратхе. И Дашаратха, естественно, когда Вишвамитр шел, все знали, насколько его гнев опасен. И Дашаратха, встречая Вишвамитру, он вышел. Все, что попросишь, все твое, все царство твое, все принадлежит тебе. Так цари относились к мудрецам. Зачем мне твое царство? Ты уже царь, прав. Нет, просто раму дай. Как? Все бери, только не раму. А мне все не нужно, а мне только раму. Ты пообещал, давай. То есть, на самом деле, настолько жители Айодхи любили Господа Раму, что мгновение разлуки для них было невыносимо. И это была первая разлука с Господом Рамой. Дашарат души не чаял в Господе Раме. Но тем не менее он вынужден был его отпустить. И это время было очень благоприятно для Рамы, потому что Вишвамитра обучил его всем наукам. Да? Хотя Господь является исполненным знанием, он сам источник знания. Тем не менее, подавая пример нам, он принимает учителя, наставника. И однажды Вишвамитра привел Господа Раму в Витхилу, Махараджи Джанаки. Махараджи Джанаки была удивительная дочь, неописуемой красоты. Сотни царевичей, могучих царевичей приходили свататься к ней. Но у всех был отказ. Что это за царевна? Кто это? Это Сита Тхакура. И Махарадж Джанака знал, что Сита необычная душа. Она вышла из земли, когда Махарадж Джанака готовился к жертвоприношению, и он специальным плугом очерчил эту арену. Он нашел борец и готовил отца эту девочку. Он понимал, что это необычная душа. Это необычная душа. И он понимал, что ее мужа может быть только сам Вишну. Сам Господь и его энергия, они не отличны друг от друга. То есть, когда мы говорим о Боге, мы не говорим о Боге в единственном лице, просто как один персонаж. Мы говорим о Боге в окружении его энергии. Господь никогда не бывает один. Он всегда окружен своими многочисленными энергиями. Вот Сита Тхакурани — это проявление его личной энергии. И вот Рамачандра, Лакшман, они пришли вместе с Вишвамитрой и Витхилой. И Джанака Махарадж был очень рад их принять. Он был очень счастлив принять их. Он выделил им специальное место для дворец. И мы знаем, что он устроил состязание для тех представителей, кто желает руку Ситы. Очень просто. Просто поднимите лук и натяните его. Все. Это не сложно. Просто поднять лук и натянуть его. Разве это сложно? Это не сложно. Тем более для кшатри. Это вообще не сложно. Но лук необычный. Лук Господа Шивы. Махешчандра. В свое время, множество тысяч лет назад, когда была битва между Вишну и Шивой. Это было состязание, которое Лакшми хотела увидеть красоту и могущество Господа. То Вишвакарма создал два лука. Это два лука во Вселенной, которые использовали Вишну и Шиву. И вот по наследству Рамападе, Джанаки Махараджу, достался этот лук. Когда однажды Сита хотела достать, вот сейчас расцветают цветы, и абрикосы зацвели уже. Кто-то видел? Очень красиво. Вот выйдите, вы сейчас увидите. И появились первые цветы весной. И Сита так хотела достать один цветочек, он был высоко. И она не могла достать. И она не придумала ничего лучшего, как что? Пойти просто взять этот лук и достать.
И когда советник царя увидел это, он упал в обморок. Он пришел к царю. Говорит, Чакра Махараджа, сейчас что-то не понимаю. Что случилось? Что рассказывает? Этот лук несут 300 человек с трудом. Они не могут его поднять. Я увидел, как Сита достает этот цветочек. Это правда? Да. И это было полным подтверждением для Махараджа Джанаки. Он понял, что Сита — это необычная душа. Поэтому для того, кто хочет руку из сердца Ситы, он должен поднять лук и натянуть его. Это же очевидно. Да. Но никто из претендентов не мог это сделать. Тужились. Вот уже все, вот вены напухают, глаза выходят из орбиты, а поднять не могут. Даже Равана попытался, представляете? Даже Равана. Очень могущественный, но и он не смог. И когда Господь Рам появился в Медхиле, все были счастливы увидеть этого царевича. Он настолько был удивителен и прекрасен, что просто видя его, все приходили в восторг. Мы говорим Рама, дарующий блаженство. И вот Рама и Лакшман отправились по городу. Все прохожие, когда они проходили, они оборачивались на них и шептались, кто это, новый царевич к нам пришел. Новый царевич. С балкона выглядывали женщины, смотрели. И они зашли, это первая встреча. Кто знает, как это произошло, первая встреча с Рамы и Ситой. Да. Это была первая встреча их. Господь Рамы и Лакшмана, они зашли в удивительный сад в центре города. Они зашли с какой целью? Собрать цветы для своего гуру. Вишвамита поклонялся, они пошли собрать цветы для своего гуру. Они служили, они были учениками, примерными учениками. Они служили своему учителю. И в это же время Сита пришла в этот сад. В центре этого сада находился храм Парвати. И она пришла молиться о достойном супруге, чтобы Парвати была благосклонна к ней, чтобы ее сужен был достойный личность. И вот когда она пришла с молитвами туда, ее наперсница стала говорить, Сита, смотри, там такие юноши удивительные. Ну, на кого я не хочу смотреть? Кому мне Господь пошлет, а кому Боги пошлет? Это выяснится завтра на арене. Ты такого не видела? Это просто сногсшибательно. Это само воплощение Господа. Я такой красоты в жизни не видела. Ты отказываешься, не знаешь от чего. Просто выйди, посмотри. Это тебе ничего не стоит. Просто выйди, глянь, и все. И Сита вышла. И когда она вышла, ее взгляд упал на Раму. И в это время Рама повернулся лицом к Сите. И они увидели друг друга. И говорится, божество, которое управляет веками, которое заставляет моргать веки, покинуло их не веки. В течение какого-то времени они стояли застыв, смотря. Сита узнала Раму, Рама узнала Ситу. Говорится, Сита — это продолжение, как лучи солнца. Существует солнце и есть лучи. И лучи всегда сопровождают солнце. И вот лучи встретились с солнцем. Сита не могла оторвать глаз. Ее глаза округлялись. Рам остолбенел, он не мог оторвать свой взгляд. И на следующий день, когда Рамачандра появился там, Сита такая глубоко в душе молилась. О чем? Чтобы Рам поднял руку. Она очень этого хотела. И Рамачандра, когда он вышел на помост, он в первую очередь подошел к своему Гурудеву, к Вишвамите. Он поклонился к нему ноги и попросил благословения.
надо сделать это. Потом он отправился к царю, поклонился ему, попросил благословения. Джанака Махарадж с радостью благословил. И Сита Тукарани, видя такое смирение, такое уважение, никогда в своей жизни не видела таких царевичей. Обычно царевичи очень гордые и надменные, но она увидела такое благородство и смирение этого человека. Ее сердце еще больше было покорено. И она наблюдала за каждым его движением, когда он подошел к луку, когда он взялся за лук. И Сита Тхакурани ждет, чтобы он ее поднял. Но идет секунда, идет вторая, третья, ничего не происходит. Это мгновение, которое кажется для нее вечностью. В ее уме начинают проходить мысли. Неужели он не может понять? Неужели он не может? Господь, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И вдруг в какой-то момент этот лук вздымается над всеми. Он вздымается. И Рам поднимает лук. Мало того, ставит на землю, одевает тетиву и начинает тянуть лук. Лук натягивается, а лице этот лук был сделан из слоновой кости, инкрустированный драгоценными камнями. Он тянет, тянет, и лук уже становится круглым. И в какой-то момент лук лопается. Огромное землетрясение, говорится, что все потеряли сознание, кроме Рамы, Ситы, Вишванки и Джанаки Махараджа. Все потеряли сознание. И в это время Сита маленькими шажками, схватив гирлянду, побежала к Раме. И приблизившись очень скромно, глядя на эту столбу, она делала ее. Сита-рам-ки-джай. Мы знаем в дальнейшем, это удивительная история, дальше Сита-рам возвращаются в Аюдью, возвращаются к Дашарадхе, и все хотели короновать Раму на престол. И мы знаем, как Кайкея, получившая два благословения от Дашарадхи. В свое время она спасла его, и он сказал: «Я даю тебе два желания на исполнение». Я сказал: «Мне тебе ничего не надо. Не сейчас. Когда? Когда тебе понадобится, я исполню любых твоих два желания». И мы знаем, что Мандара — это служанка. Когда все узнали о том, что Раму собирается короновать, она стала шептать, какие на уши, постоянно шептать. Если Рам станет царем, твой сын не станет царем Бараты, какие это мои Бараты. Ты будешь второй царицей, ты будешь не нужна. Рама за ним престолом, ты будешь служанкой в этом обществе. И вот эта постоянная критика, но Кайкея, она любила Раму. Изначально она любила Раму как мать. Но в результате вот этого дурного общения, то есть можно видеть даже, как в настоящее время, как преданные, они попадают в это поле дурного общения. И какой результат? Какой результат? Ошибки. Серьезные ошибки. Она пришла к Дашарадхе и говорит: «У меня две просьбы». «Какие, дорогая?» «Первое. Царем должен стать мой сын Бхарата. И вторая просьба — сослать Раму на 14 лет в лес». Это результат просто критики. Она любила Раму так же, но капля за каплей, она слушала, слушала, слушала. И к чему это привело? Полному хаосу. Рама, который должен был завтра короноваться,
Шарадха, убитый насмерть. Представляете, для него не было никого ценнее, он любил всех, Раму в особенности. Он не мог, он не знал, как сказать это Раме. И когда он сказал об этом Раме, он сказал, хорошо. Представьте, реакция Рамы. Вы завтра должны быть коронованы. Вам сегодня говорят, извини, дорогой, в лес. Не просто не коронованы, а в лес. На 14 лет. Вы должны завтра стать императорами. Но вам говорят, в лес на 14 лет. Без рода и племени. Без ничего. Хорошо. Я иду в лес. И когда Сита Такурами говорит, я иду с тобой. И Лакшман говорит, я иду с тобой. И они втроем ушли в лес. И мы знаем, что в дальнейшем они провели удивительное время в лесу. Конечно же, Джанак Махарадж, Дашарат Махарадж не выдержал этой разлуки. Его сердце разорвалось, он ушел из этой жизни, из мира. И Бхарата Махарадж, или Бхарата, брат Рамы, он пришел к Раме в лес, говорит, я не буду править. Ты царь, ты император, ты должен править. Люди хотят, чтобы ты был императором. Это слово моего отца. Я не могу поправить честь моего отца. Я не могу вернуться. Поэтому ты прав. Парад сказал, я не буду править. Хорошо. Тогда вы тебе мои тапочки и правь от моего имени. И все эти 14 лет на престоле стояли тапочки Рамы. А Бхарата правил от его имени. И мы знаем, что в дальнейшем Равана, который является воплощением вожделения, он украл Ситу силой. И мы знаем, что Рамачандра в течение долгих лет искал Ситу. Это было сложное время для него. И Ракшас по имени Кабанда, на самом деле это был полубог проклятый в свое время, когда Рама освободил его, он сказал, тебе поможет Сугрива, отправляйся в Сугриве. И тогда Рама отправился к Сугриве, это находилось место на горе Ришьямука, там обитал Сугрива, возле озера Пампасаровара. И там произошла удивительная встреча с Шабари. Представьте, это женщина, которая родилась в низкой семье. Это лесные жители, просто вот пастухи, мантовые пастухи, они вели очень простой, низкий образ жизни. И когда она узнала о том, что есть какая-то духовная жизнь, духовная практика, она отказалась от мяса и так далее, ее выгнали. Ты какая-то очепенка, белая ворона среди нас. И вот она блуждала по лесу, и она наткнулась на ашрам Матанга Муни. И она была единственной женщиной там. Она издалека служила Матанге Муни. Он принял ее. Она поклонялась ему. И пришло время, говорится, что корабли с Вайкунтхи пришли за ее учителем. И она спросила, как же я? Как я? Продолжай поклоняться, выполняй свою садхану. И он оставил ей гирлянду из голубых лотосов. Сказал, в свое время ты получишь даршану. И когда он придет, ты оденешь эту гирлянду ему, предложишь. Представьте, одна в лесу в течение долгих дней, многих лет, она поклонялась звездам. Как поклонялась? Со слезами на глазах. Гуру Говинда Махарадж, строя храм, назвал его. Мы построили храм, плача. Здесь я плачу за Кришну. Как вы думаете, сколько лет она поклонялась? Очень много. 13 лет. Иногда мы думаем, я вот уже 5 лет поклоняюсь, а еще нет особых изменений. 13 лет.
Она изо дня в день поклонялась. Никто ей не говорил, как ты хорошо это делаешь. Движимая верой своего духовного учителя, Мадама Муни, движимая верой в его слова, что ты получишь даршин Господа, если будешь это делать. Каждый день она выполняла свою садхану, но это пример для нас. Убежденная в словах своего духовного учителя. И какое-то время там появились Рама и Лакшма. И когда она уже была слепа, когда они появились, и она хотела как-то им служить, что-то делать для них, она стала предлагать плоды, которые она собирала для Господа. И для того, чтобы понять, спелые они или какие, она стала их пробовать, потому что она не могла различить уже. Она пробовала их, и все вкусные она давала Раме. И как вы думаете, что Рама с этим делал? Он их ел. Такая великая душа. Конечно же, мы не пользуемся такой практикой в процессе поклонения Господу. Если мы так не делаем. И в дальнейшем они отправились на гору Риша-Мукха, где находился Сугрива. И когда они шли, Сугрива испугался. Почему? Потому что он там находился в изгнании. Его брат Бали его туда загнал. Это тоже интересная история. Сугрива и Бали — это ваннары, лесные обезьяны, огромные обезьяны. И Бали был проклят, он не мог встать на эту гору Риша-Мукха. Это единственное место, где он не мог встать, поэтому Сугрива там спрятался. И когда Рама и Лакшман, они на конях ехали, Сугрива увидел их, он испугался. Это лазутчики Бали. Он испугался. И он послал Ханумана выяснить, кто это. И это вторая удивительная встреча. Хануман, который всю жизнь искал своего хозяина, у него было ожерелье, незримое ожерелье, бриллиантовое ожерелье, который по преданию мог увидеть только хозяин. И он сел на дороге, просил подаяния. И когда Рама и Лакшма проезжал, он сказал: «Добрые путники, подайте». И Рама посмотрел на него: «Ты что, бедный, нищий?» «Да, да». «Но у тебя же бриллиантовое ожерелье». И тут сердце Ханумана возликовало. «Лакшма, кто это?» Лакшма говорит: «Это мой хозяин, это объект моего служения». И он стал описывать величие Господа Рамы. «Почему ты выбрал Господа Раму?» «Не потому, что он мой брат старший, не потому, что он царь, а потому, что я не могу жить без него. Я попытался остаться, но я понял, я не могу жить без него. Куда солнце, туда и лучи солнца, они идут за ним». И с этого мгновения Хануман стал служить Рамачандре, и он взял их на плечи. Это высокая, очень покатая гора, он в прыжке он поднялся к Сугриве, он познакомил их. И Господь Рама сказал о своей проблеме, что он ищет ситху, он потерял ее. «Я помогу тебе найти. Да, я знаю след, я знаю, куда надо двигаться, но у меня проблемы. Бали обвинил меня здесь, он забрал мою жену, он забрал мое богатство, он лишил меня царства всего. Что ты хочешь? Я хочу с ним расправиться». Рама говорит: «Хорошо, мы заключаем союз, я тебе помогу с ним расправиться, ты поможешь мне найти мою жену». «Хорошо». И Рама сказал: «Ты должен выйти, вызвать на бой Бали». А Бали — это непростая обезьянка. В свое время, когда Равана, он пленил Индру, очень сильно его оскорбив, царя небес, и потом отпустив так пинками, не это. Знаете, что у Раваны на самом деле Агни, бог Агни служил у него на кухне, Ваю ему, комфорт ему создавал, Варуна ему воду носил, то есть полубоги служили ему. И что-то Индра там ему не понравился, он его подотыльником был. И Нарада тогда посоветовал
Индре обратиться к своему сыну, Бали, его сыну, чтобы он помог ему. И у Бали была такая практика, он каждый день облетал океаны и совершал там медитацию. И он оскорбил Равану, и Нарада нашептал Равану, говорит, вот когда на медитации подойти, схвати его за хвост и оскорби его, он тебе ничего не сделает. А Бали означает хвост. Вся сила находилась там. И когда Равана, воодушевленный Нарадой, он прибыл в Бали, у Бали сидел медитацию, он смотрел на восходящее солнце. Он схватил хвост. И когда он схватил, он заметил, как хвост уже держит его руку. Он попытался второй рукой освободиться, он заметил, что уже две руки его связаны. И он попытался закричать. Равана вообще это значит ревущий. Вообще его зовут Дашагрива. Грива это значит голова. У него было 10 голов. Он был очень уродливый. Представьте, 10 голов носить на себе. И он попытался закричать, и этот хлоп как хляпа ему в рот залез. И Равана просто была обесточена. Он как погремушка сзади болтался. И тогда Бали он прыгнул в океан, чтобы совершить омовение. И хвост там погрузил туда. Много раз погружал. Потом прыгнул другой океан, третий океан, множество океанов. И когда Равана был вымотан, он вытащил кляп. И мил человек, ты что-то хотел? Хочу союз с тобой. Мне нужен союзник такой, как ты. У них там какой-то договор работает. Так вот, кто такой Бали? И Господь Рам говорит Сугриве, иди вызови его на бой. Он говорит, да ты что? Он его уничтожит мгновение. Покажи свою силу, Рама, я не знаю, что ты с ним можешь сделать. И Рама натянул стрелу, и эта стрела пролетела 10 огромных деревьев. Один за одним она прострелила все их, вошла в землю, до центра земли, вылетела. Тогда, да, что-то в этом есть. Он согласился, он пришел к Бали, он стал кричать, «Эй, Бали, трус, выходи! Иди, ты тут спрятался от меня, ты просто неженка, ты нежишься в объятиях жен, ты просто ничто, ты ничтожество!» И Бали выскочил, тут же выскочил, началась драка. Знаете, как обезьяны дерутся, так все такое. Проходило время, и Сугрива чувствует, что силы уходят, сейчас Бали его просто задушит, как щепку разломает. И он вырвался и выпрыгнул, опять забежал на гору, вещая муха. И Рама пришел, говорит, Рама, ты что, издеваешься? Он меня чуть не убил. Говорит, я из сострадания к тебе, из любви. Какая любовь? Просто из меня там чуть как это не сделали. Что ты, как ты себе представляешь, что это за любовь? И просто когда я целился, вы так похожи, вы как две капли воды, вы два брата. И я боялся тебя увидеть. Лакшман, сделай ему гирлянду. Я буду видеть. Он гирляндит. Что, опять не выйти? Да? Я, говорит, я этого не переживу второй раз. Я тебе говорю, иди, все будет хорошо. И Сугрива пришел. Набрался сил духа, говорит, эй, трус, выходи. Сколько можно? И тут жена Бали говорит, Тара и Золи, не ходи. Почему не ходи? Это дурной знак. Ты только что его унизил, ты его наказал, но он пришел вернуться. Что-то не так здесь, понимаешь? Он бы не вернулся просто так. Я слышала, что два великих воина пришли сюда. Не ходи, я тебя прошу. Но гнев Бали, его сила, его энергия, его гордыня, она не позволила ему, потому что Сугрива говорил колкие слова. Трус, ничтожество, просто ты мелкая сошка. Я тебя разотру порошок. И Сугрива, вернее, Бали выпрыгнул и опять захватилась битва. И в это мгновение стрела пронзает Бали. И он падает. И когда Рама приблизился, Бали сказал, Рама, почему ты так нечестно меня? Ты мог просто вызвать меня на бой. Мы могли с тобой, ну, по-честному.
а какой чести ты говоришь ему? А какой чести? Ну ты же кшатри, говорит, барин. Да. Так кшатри не делают, честные люди так не поступают. Говорит, во-первых, как ты говоришь о чести? Ты унизил царя Сугриву, ты отобрал все у него, разве это честно? Ты забрал его жену, разве это честно? И вообще, ты обезьян. А к обезьянам какие правила, ты приравнишься к животным. Такие правила не приравнишься. Животное можно убить там спереди, сзади, там, днем, ночью, когда хочешь. И в это время, когда гордыня Бали была растерта, он понял, что перед ним стоит Господь. И он принял смиренное настроение. И созерцая Господа Раму, он закрыл глаза. Вернулся в духовную обитель. И все, что мы говорим, все, что мы передаем, мы это получили от Шивы Прабхупады. Шива Прабхупад нас познакомил с Господом Рамой, он познакомил нас с Кришной, он познакомил нас с Гаурангой Махапрабху. Только благодаря ему, как Прабхупад заканчивает комментарии к этому стиху Бхагавад-гиты, он говорит, что только благодаря общению с чистым преданным, слушая его, мы можем изменить свое сердце, мы можем получить освобождение, и мы можем получить миссию в своей жизни. Очень интересный эпизод из жизни Прабхупады. 22 февраля 1977 года. Вся Калькутта собралась в аэропорту, мэр города, представитель компании Air India. Вся полиция собрала. Знаете почему? Боинг 747 впервые прилетает в Калькутту. Аэробус. Что за шум вообще? Что за шум? Это первый прилет аэробуса в Калькутту. Как вы думаете, кто был на борту? Там было 350 человек. Кто это был? Все 350 человек – это были ученики Прабхупады Вайшнавы. Этот самолет летел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, летел в Лондон и собирал преданных. Это была крупная первая гаура-пурнима в Майяпуре. Все чиновники собрались приветствовать Вайшнавы. И когда преданные вышли, они давали интервью, там было много корреспондентов, они сказали, теперь милость Гауранги Махапрабху и Шивы Прабхупады с запада пришла. И 30 автобусов один за одним поехали в Махапрабху. В то время более 500 преданных собралось в этом месте. В первый день открытия они пригласили крупных чиновников, они перерезали ленту. Открывались новые здания, и когда они шли, там сделали преданные галерею, выставку, фотовыставку достижений искона. И когда они шли, Прабхупад шел спереди с грудью раскрытой. И когда они половину прошли, они шли с одним чиновником, Прабхупад остановился и сказал, невероятно. Прабхупад сам был удивлен, он сам ощущал такой восторг, невероятно. И потом этот чиновник открывал гаура-пурниму, он говорил много слов и там, в честь какого-то имперсоналиста. Прабхупад потом после него вышел и все разгромил, все, что он говорил. Он говорил о Господе Чайтанье. Потом преданный вспоминает, что Прабхупад сидел, постукивая ладонью, говорил, как я его разгромил. Рамешвара пришел к Прабхупаде, он говорит, он давал свой отчет. За вот эти годы было напечатано более 500 миллионов книг, и 90% из них распространено. Следующий том они приносили Прабхупаде, следующий том, это была девятая песня, первая часть Бхагавата напечатана. Они сказали, что следующий тираж Бхагавад-гиты, послушайте, следующий тираж Бхагавад-гиты заказано 74 вагона бумаги. Прабхупад благодарил преданных. Спасибо за такую работу. Спасибо за такое служение. Это милость моего Гуру Махараджа. И через некоторое время преданные
улетели во Вриндаван продолжать праздновать, Прабхупад остался в Майяпуре. В это время его здоровье было очень плохо уже, плохое здоровье. И собралась GBC на собрание, и они обсуждали правила, принципы, конституции и так далее. И они предложили одно правило, Шрила Прабхупад, но не против, если мы устроим круглосуточный киртан в наших центрах сознания Кришны. Прабхупад сказал, да, святое имя – это лучшее лекарство от всех болезней. И через некоторое время Тамал Кришна пришел к Прабхупаде и сказал, что преданные возвращаются в Бомбей, там будет собрание риса, и Прабхупаде принесли статью. Indian News. И в этой статье была опубликована статья из Нью-Йорка, New York Times. В этой статье была озаглавлена «Хари Кришна – истинная религия». В это время во многих местах были трудности и какие-то судебные тяжбы. И вот один из родителей детей, он подал на суд, в суд на Хари Кришна за то, что их дети так принуждают, их детей принуждают к этой религии. И было долгое судебное расследование, в результате которого судья, верховный судья в Вашингтоне заключил, что Хари Кришна – это истинная религия, что это многовековая традиция, которая следует в Индии, и что наше государство свободное, и что каждый вправе выбирать ту религию, которая ближе ему по сердцу. Даже если она не общепризнана, и даже если общественность не признает, что есть право выбора на религию. И Прабхупад был счастлив. Он сказал, это победа. 12 лет назад я приехал в Америку. Я ничего не знал, меня никто не знал. Я скитался, буквально в смысле слова. И когда Тамал Кришна Махарадж предложил ему поехать в Бомбей, Прабхупад был так окрылен, сказал, да, я поеду в Бомбей. Прабхупад спросил, Тамал Кришна спросил, насколько вы там хотите остановиться? Прабхупад сказал, остановиться? Останавливаться в дворцах, в роскошных местах. Я еду туда работать. Прабхупад сказал, работа – это моя жизнь, это суть моей жизни. И Тамал Кришна говорит, да, сколько вы планируете там поработать? Чем больше, тем лучше. У нас безмерное количество работы. Кришна открывает перед нами возможности. И он еще раз сказал, ИСККОН – это истинная религия. Хари Кришна – это истинная религия. Поэтому мы должны принять эту возможность и служить Кришне. Поэтому давайте примем эту возможность. Будем служить Кришне, служить Шриле Прабхупаде и нести славу Господа Рамы, славу Господа Кришны, славу Гаураме и Махапрабху, славу Господу Джаганатхи и призывать их в свое сердце, менять свою жизнь и жизни окружающих людей. Спасибо большое. Остановимся. Шри Рам Лакшман Хануман Кей!